Добрый день, уважаемые садоводы. Вот я вам хочу показать, как у меня хозяйничает в саду птицы. Сейчас я вижу только синиц, но еще минуты две назад были воробьи, они там чуть дальше хозяйничают на грядках. Вон одного вижу. Сейчас попробую показать вам его. Так, 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 так. Где он у нас? Серый, плохо видно. Где он там у нас спрятался? А вот он. Ну вот видите, сейчас их тут целая стая, они вот сейчас в кустах прячутся, потому что я снимаю, и они немножко видят. Я снимаю с кухни, сквозь окно, но все равно, видимо, их это пугает. Вот я опять потерял с виду. Но о чем хотелось сказать, что вроде бы сезон инжира закончился. Сейчас я покажу вот инжиры, которые уже, вот они, фактически потеряли листву. Последний лист остался еще на ветках. Но память у птиц мощная, и они посещают практически каждый день мой сад. Что-то ищут в листве. Сейчас вот видел, целая стайка была. Штук, наверное, 10 воробьев и 2-3 синички с ними. Вместе ищут что-то в листве. В этом году слизняка много, может быть, они его едят, я не знаю. Но летом, как я уже в одном из видео показывал, буду устанавливать ультразвуковой отпугиватель птиц. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Вот он там, воробей, вижу сейчас. Пытается что-то там делать, опять разыскивает, видимо, корм. Вот в этом месте, вот. По центру, сейчас кадр, смотрите. Воробей, не воробей. Сейчас еще... Да, воробей, вот он серенький. Вот он поскакал туда дальше. Вот так вот они здесь у меня и страдают. Это тут небольшой сюжет подвижения к тому, что когда корм в саду птицам есть, они его могут тут посещать, ну, чуть ли не круглый год. Вот они сейчас, может, исчезнут где-то к концу там декабря, в январе. Ну, я думаю, навряд ли, потому что, я говорю, у них память шикарная в этом плане. Знают, что здесь чем-то можно поживиться, и они обязательно будут прилетать. Ну, на этом, наверное, сюжет закончу. Как видите, сегодня у нас пасмурно, мелкий дождь моросит. И температуры все-таки начинают уходить на те, как говорится, режимы зимние, которые должны быть у нас здесь на юге, на побережье Черного моря. Это в среднем плюс 8, плюс 10 дневное время. Ночью могут опускаться чуть-чуть. Но опять же, из-за того, что слишком много осадков в виде дождя, температуры у нас низкие бывают крайне редко. То есть вот морозы, там снегопады, это очень редкое явление. Но бывают. Из этого у нас климатическая зона. Я всегда пишу, что 8А, 8Б. Но никак не 9 и не 10. Например, 9, 10 можно сказать, что это Сочи, Адлер. Спасибо всем за внимание.